Пионовидные розы – ароматное удовольствие. 18 ноября 2014 года мир увидел пионовидные розы лишь в конце ХХ века. С тех пор популярность этих цветов лишь растет. Эти розы действительно имеют форму пионов. Среди других цветов их отличает широчайшая цветовая палитра. Садоводы ценят этот вид кустовых цветов за то, что они быстро растут и не нуждаются в постоянном уходе. Достоинством данного растения можно назвать устойчивость к болезням и непривлекательность для вредителей. Как высаживать розы-пионы? Каждому, кто захочет высадить пионовидные розы, придется запастись большим количеством удобрений. Самым лучшим вариантом считается конский навоз, поскольку он оставляет азот в земле, не вбирая его. Слой этого вещества, в идеале, не должен быть тоньше 2 см. Яма под куст должна быть широкой, около 1 метра в диаметре, и глубокой приблизительно 0,5 метра. Если яма будет меньше, то корневая система не сможет разрастись и образовать разветвленную систему. Компост или удобрение помещаются в выкопанную яму. Корни растения нужно обработать препаратом, что способствует росту, перед посадкой. Высаживать следует примерно на 10 сантиметров вглубь, тогда розы-пионы будут чувствовать себя комфортно даже при резких заморозках почвы. Согласно схеме посадки, кусты нужно сажать на расстоянии 0,5 метра друг от друга треугольником. Благодаря этому образуются густые заросли, из-за чего кажется, что все усыпано цветами. Убедиться в этом можно, взглянув на фото пионовидных роз. Однако для того, чтобы добиться эффекта изобилия этих прекрасных цветов, необходимо выбирать для высадки 3 куста одного сорта или сорта, что однотипны по росту. Как получить пышный букет из пионовидных роз? При уходе за розами, как говорилось, большую роль играют удобрения. Весной садоводам необходимо применять специальные подкормки для разных сортов роз. С наступлением июня нужно позаботиться об азотных удобрениях. Когда же будут образовываться бутоны, нужно успеть с удобрениями, включающими фосфор и кальций. Пословица «чем больше, тем лучше» не касается удобрения роз пионов. Поэтому нужно строго соблюдать рекомендуемые пропорции, иначе есть риск того, что растение пожелтеет и сбросит листья. Тогда сделать букет из пионовидных роз, что часто заказывается на торжественные мероприятия, в частности свадьбы, не удастся. Чтобы фото пионовидных роз радовало глаз при высадке кустов пионовидных роз, нужно иметь в виду такие нюансы ухода: поливать растение лучше в вечернее время, влага не испаряется по мере высыхания почвы. Чтобы куст выглядел как эталонная пионовидная роза, ее нужно подрезать секаторами до того, как почки распустятся. Удаляются старые и слабые побеги. Ветви куста должны подрезаться примерно на 1/3. Если садовод отлично владеет инструментом, садовыми ножницами, можно придать кусту нестандартную форму. Необходимо прекратить подкормку растения с конца августа. Вызревшие побеги обрезаются в середине октября, так же как и листья. Для подготовки к зиме требуется засыпать стебли почвой или опилками. Еще для этого подходят листва. Наверх мастерится укрытие из соломы, хотя в качестве колпака конструкции из пенопласта. Чтобы растение не погибло от недостатка воздуха, укрывать пленкой запрещается. Розы-пионы стоят того, чтобы их выращивать. От них можно получить не только эстетическое наслаждение, но и превратить хобби в прибыльный бизнес. Видео «Уход за розами» отправить комментарий, подписка на комментарий. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую удачную жизнь на канале Яндекс.Дзен «Похожие видео». Как изготовить простые цветы из пластиковых бутылок 22 июля 2018 года украшение комнаты «Голландский великан». Spotifylum сенсация 4 июля 2017 года «Как заставить цвести колынхой» 22 мая 2017 года «Вредители почвенной мошки». На комнатных цветах и рассаде 1 мая 2017 года новые статьи «Недооцененное пищевое и лекарственное растение». Бутень клубненосный 31 декабря 2021 года неприхотливый цветок трахелиум преобразит ваш летний сад 31 декабря 2021 года. Лечебные свойства шикши нашли широкое применение при терапии эпилепсии 30 декабря 2021 года лечебные свойства. Коры калины привлекают внимание народных целителей и фармацевтов 30 декабря 2021 года исследуем лечебные свойства корня.
Айра Болотного для организма 30 декабря 2021 года. Вопросы-ответы. Хотите ласкового питомца? Тогда узнайте, как правильно выбрать шиншиллу. 2 декабря 2021 года. Выбираем вкусный и сладкий плод. Как определить спелость помело? 2 декабря 2021 года. Стоит ли ожидать неприятностей от экзотических фруктов? Можно ли отравиться помело 1 декабря 2021? Три способа, как хранить молочный гриб без молока 1 декабря 2021 года. Особенности использования полезного кефира. Можно ли кефирный гриб детям 30 ноября 2021 года? Как высаживать розы пионы? Каждому, кто захочет высадить пионовидные розы, придется запастись большим количеством удобрений. Самым лучшим вариантом считается конский навоз, поскольку он оставляет азот в земле, не вбирая его. Слой этого вещества, в идеале, не должен быть тоньше 2 см. Яма под куст должна быть широкой, около 1 метра в диаметре, и глубокой приблизительно 0,5 метра. Если яма будет меньше, то корневая система не сможет разрастись и образовать разветвленную систему. Компост или удобрения помещаются в выкопанную яму. Корни растения нужно обработать препаратом, что способствует росту, перед посадкой. Высаживать следует примерно на 10 см вглубь, тогда розы пионы будут чувствовать себя комфортно даже при резких заморозках почвы. Согласно схеме посадки, кусты нужно сажать на расстоянии 0,5 метра друг от друга треугольником. Благодаря этому образуются густые заросли, из-за чего кажется, что все усыпано цветами. Убедиться в этом можно, взглянув на фото пионовидных роз. Однако для того, чтобы добиться эффекта изобилия этих прекрасных цветов, необходимо выбирать для высадки 3 куста одного сорта или сорта, что однотипны по росту. Как получить пышный букет из пионовидных роз? При уходе за розами, как говорилось, большую роль играют удобрения. Весной садоводам необходимо применять специальные подкормки для разных сортов роз. С наступлением июня нужно позаботиться об азотных удобрениях. Когда же будут образовываться бутоны, нужно успеть с удобрениями, включающими фосфор и кальций. Пословица «чем больше, тем лучше» не касается удобрения роз пионов. Поэтому нужно строго соблюдать рекомендуемые пропорции, иначе есть риск того, что растение пожелтеет и сбросит листья. Тогда сделать букет из пионовидных роз, что часто заказывается на торжественные мероприятия, в частности свадьбы, не удастся. Чтобы фото пионовидных роз радовало глаз. При высадке кустов пионовидных роз нужно иметь в виду такие нюансы ухода: поливать растение лучше в вечернее время, влага не испаряется по мере высыхания почвы. Чтобы куст выглядел как эталонная пионовидная роза, ее нужно подрезать секаторами до того, как почки распустятся. Удаляются старые и слабые побеги. Ветви куста должны подрезаться примерно на 1/3. Если садовод отлично владеет инструментом, садовыми ножницами, можно придать кусту нестандартную форму. Необходимо прекратить подкормку растения с конца августа. Вызревшие побеги обрезаются в середине октября, так же как и листья. Для подготовки к зиме требуется засыпать стебли почвой или опилками. Еще для этого подходят листва. Наверх мастерится укрытие из соломы, хотя в качестве колпака конструкции из пенопласта. Чтобы растение не погибло от недостатка воздуха, укрывать пленкой запрещается. Розы-пионы стоят того, чтобы их выращивать. От них можно получить не только эстетическое наслаждение, но и превратить хобби в прибыльный бизнес. Видео «Уход за розами».